Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хьюардс. Мы продолжаем играть в игру, которая называется Demon Skin. Ля какая, выдающаяся мадама. Короче, мы добрались до какого-то невероятнейшего, легендарнейшего леса. Сейчас пойдем попробуем его победить. В комментариях написал то, что... Ну, короче, не начитал, написал, прочитал много всего интересного. Благодарю за советы. За несоветы не благодарю, но тем не менее, поехали. Попробуем поосторожничаем. Так, я забыл управление на самом деле. Может, времени немного прошло, вставай. Сказали, чем круче пуха, тем больше стамина она тратит. Что ж, таков путь. Такова цена урона. 49 маловато, маловато. Поехали дальше. Возможно, скоро будет финал очка. Так, это бронированный дядька. Я ему сейчас по ноге дам много раз. Сделаю больно в ноги. Слушайте, они офигеть как поджигаются эффективно. Просто стиль. Что у меня по хилкам? 3600. Ну блин, 3000 не жалко тратить. Врать не буду. Так, 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 так. Засада. Главное, чтобы не сильно засадили. Так, надо пуху поменять. Неэффективно. Ой, хороший дамаг. Как он выжил после всего этого? Как они успевают блокироваться, я просто не понимаю. Хорошо. Я, кстати, очень сильно их обгоняю по уровню. Что, в общем-то, странно, нужно сказать. Кто-нибудь сейчас вылезет по-любому? Я просто пробегу, и никто не заметит. Никто, кроме той, как говорится, что пропало со мной. Ладно, главное все делать уверенно. Ух, сейчас будет прыжок чемпиона. Эх, хорошо. Давай, дядя, не падай. Жух. Мастерство паркура. Может, я думал, там секрет, но нет. Секрета нет. Жаль, жаль. Так, так, так. Большой троллина. Хорошо, что я успел спрятаться. О, еда. Ммм, вкусничка. Так, Веровульф сутулая. Ладно, я готов был принять урон. Так, так, дядя, не бей, дядя, не бей. Опа, у ворот. И вниз, хорошо. По лицу сутулой собаки. А почему странно, он не подгорел до сих пор? Блин, если бы он загорелся, было бы круто. Так, тут еда. Левелап сюда. Я, наверное, хочу, вот честно, я бы и то взял. Я бы это взял. А, максимум, понятно. Ну, в любом случае, это самые полезные, мне кажется, характеристики. Еда была, только что видел еду сюда. Вкусно. А, против них нужно пуху. Знаете, было бы в тысячу раз удобнее, если бы я 1, 2, 3, 4 мог пухи выбирать. Пока ты прокликаешь нужную себе пуху, полдня пройдет. Мне кажется, это немножко недосмотрели разработчики. Неудобно, неудобно. Патчами можно было бы поправить, извините меня. Ну ладно, раз не делают, значит так нужно. Так, ничего хорошего нет. Поехали дальше. Опа, руки ловушки. Пытаюсь понять, на что похоже. Опа, ну это ожидаемо. Может, мне ему надо по лицу дать сейчас? Ага, у него есть стадия покоя, окей. Дверь, ё-моё, нихера себе, страшно-то как. Блин, ладно, буду ждать. Я думал, я успею, но я как всегда не успел. Скоро произойдет левелап, мы будем готовы. Че, собака, иди сюда. Я не мог увернуться. О, смотрите, с первого раза зажегся. Как работает? Не по... Я нажал не ту кнопку. Виноват полностью. Смотри, как он сидит. Не успел увернуться. Левелап должны были дать. Да. Так, сюда. Здоровье, здоровье. Подтвердить. Сюда. Сейчас будут ребята неприятные. Но я уже знаю, как с ними драться. Проблем быть не должно. Готово. Это мы по ногам сейчас надаем. И он ничего сделать не сможет. Я на самом деле думал, эти руки можно, ну, как-то задамажить, кинув в них что-нибудь. Ну, ждем тогда. Но я хочу попробовать. Не, вообще без вариантов. Просто ждем покоя. Их прыжок чемпиона. Не буду, не буду, не буду. Подожду, подожду. Я лучше подожду. Лол, так у меня на той пухе дамага больше. До сих пор. Блин, кому не спится в час ночной? Так. Это сейф, интересно, или нет? Ломается? Нифига, ладно, сейчас. Прошу прощения за прерывание, но таков путь. Так, плюс сейф-поинт.
Это люди? О, нифига себе, глазюки. А, стоп, скелеты. Что за хрен такой опасный? Клатушка по лицу. Ну, сюда. Блин, идёт он опасный. Так, это ему нужно другое оружие против него. Сейчас покажу, как нужно его побеждать. Интересно, боится ли он огня? Хорош. Изи. Так, наверх я не могу. При всем своем... Еда. При всем своем желании и нежелании. Дефенсовый пес попался. А, я прям забил мои эти двери. Забавно. Удалил. Где второй? Удалил, так удалил. Этого, по-моему, ноги были защищены или нет? Чё-то я путаю, по-моему, нет? Ну, вроде бы... Честно говоря, не нравится мне такое, что нифига не видно. По-моему, там отбитый. Влетаю. Эмана. Не пойму, у него бронированное все, что ли, кроме головы? Необычно. Не всегда атака вверх срабатывает, что, в принципе, очень неприятно. Врать не буду. А как по-другому-то пройти? Неужели я могу? Реально могу. А дальше как? Очередные прерывания. Так, ну вроде бы все. Неужели допрыгнет? Нет. Окей, так. А. Казалось, гораздо проще, чем я думал. Так, ладно, кто тут? Тут умалишенный, да? Что такое резвый-то? С каких пор он так быстро? Мне кажется, самая быстрая атака — это вниз. То есть, делая ее, нагибаешь вообще всех. Я понял, мне просто нужно все сломать ветки, да? Причем, видимо, несколько раз приходится бить часто. Открывай. Трехтысячный, нифига себе. Ну, видимо, придется есть трехтысячную зельку. Подбираем эту. Так. Здесь можно пробить? Нет. Тогда давай дальше убегаем. Не, интерфейс оружия максимально неудобный. Неловко. Почему он, интересно, иногда его толкает, иногда бьет? Мне бы понять эту закономерность, было бы круто. Походу, у него бронированные ноги, я так понимаю. Отлично. Эту можно было пробить? Это новости. Так, сейчас еще придется прерваться, сорян. Надеюсь, теперь получится уже допройти. Блин, необычно то, что прям на переднем экране. Аж меня сбило с толку. Не, пухи хуже моих. Левелапы как-то неоднозначно. То сразу даются, то вообще не даются необычно. Ну тогда я все в хп беру. Максимум 900 хп, я-то думал. А зачем 3000 хилки? Вообще тогда не... Нормально. Не понимаю, зачем 3000 хилки. Буду честен. Он запрыгнуть не может, прикиньте. Как же это мешает восприятию, этот ковыль на переднем плане. Просто не в себя, ну да ладно. А, он живой. Решил меня переиграть. Но переигрывать здесь буду только я. Гватари написал то, что от стойки не зависит урон. То есть надо бить, видимо, той стойкой, где больше всего скорость атаки. Ну, типа, максимально профитно. Странно, хватило ему урона, ну да... 70? Чего? Чё за экскалибр? Оу, май, 76, серьезно. Ети какой-то опасный. Теневой воин опасный. Так, видимо, с ним придется от ударов драться. Так, сейчас стамину... Нихера себе он меня надрал. Ладно, братик, давай. Комбинации мутят. Слушай, он очень быстрый. Он меня переиграет. Нихера себе. Что ты такое? Давайте мой любимый огненный экскалибур. Блин. Нужен план. Нужно научиться блокировать его. Он делает две атаки, это я понял. Пока что он лучше меня. Да что же за этот дебил так крутится, то влево, то вправо, бесит. Ладно, соберись, Владос, все получится. Фига, заблокировал, как так и надо.
Не, просто пофигу ему. Слушайте, ну я не могу его переиграть. Попробую учиться блокировать. Не могу. Может, просто пробежим? Ну, типа, он явно круче меня. С браслетом я смогу вас сам убить. Блин, у нас проблемы. Эта псина не отходит. Вверх, вниз, серединка. Сказали еще. У каждого оружия какое-то уникальное свойство, легендарное. Утконос какой-то. Может, он за меня теперь будет? Ого, Каев, Каев. Надо сломать. Блин, а зачем? А зачем такое произошло? Ну и чё, как теперь с этим быть? Я нажимал ворот. Вообще, визуально, он должен был за меня стать. Почему не стал, не знаю. Ну ладно. Видимо, таков путь. А, ладно, давай 3000 тратим. Здесь раньше жили люди. Я выбрал верхнюю стойку, но она просто не сработала. Ну, бывает. Ульта, к слову, довольно быстро заряжается на этом оружии. Ну, его покушаем тоже. Блин, еще один воин. Едите его за ногу. Вот фигня, зато ваншотает почти. Это нелегитимно, но иначе я не знаю, как его проходить, честно. Так, хилки максимально. Ну хорошо. В любом случае, я нашел способ их побеждать, и это уже хлеб. Нужно смотреть под ноги. Ну да, охеренно. Мое почтение. Даже маленькой писечкой, если касаешься, уже минус нога. Хорошо, хорошо. Кое-что сейчас хочу сразу проверить. Нет, так нельзя. Максимальное неоднозначное ощущение у меня от этого, потому что, ну вы сами видите, какое здесь управление. И что-то здесь увидеть, нужно быть таким чемпионом. Что-то не в сказке сказать, не пером описать, блин. А чё, я выкинул молот, что? Да твою там мать. Придется обычно. У меня колотушки теперь нет, и что делать? Отстой, когда колотушки нет, господа. Врать не буду. Два вижу. Так, блин. А, чё у меня есть по пухам? Откуда ты взялся, дружище? Иди своей дорогой. Все еще думаю, что огненный хорош. Я, наверное, просто приду и всеку им попробую всечь. Вверх, вниз, серединка. Че, неужели стамины нет, братан? У нас все очень плохо, если у тебя стамины нет. Прям максимально плохо. Блин, туго-туго. Он в очень неудачный момент заспавнился. Просто по КД спамить свою фигню. Ну, вроде бы терпим. Давай, давай, ему чуть-чуть осталось, пол шишарки. Лечись! Управление просто не прожимает некоторые кнопки. Почему-то пуха поменялась. Потому что управление чемпион делал в этой игре. Максимум чемпионства. Кое-как, господа, кое-как.
Да, очень своевременный. Я молчу, все. Очень своевременный левелап. Максимально своевременный левелап. Я прям даже не знаю, как это и объяснить. Ну да ладно. Походу, в колодец можно было упасть. А вдруг там секрет? Я хочу проверить. Нет, там не секрет. Хорошо, что я взял чекпоинт. То есть вот так даже, да? Как это объясняется? Серьезно, как это объясняется? Логически, может кто-нибудь мне дать объяснение, почему я вижу капканы только когда я подпрыгиваю? Пожалуйста, попытайтесь объяснить это нормально. Или хотя бы вид сделайте, что пытаетесь. У меня нету клатушки, к сожалению. Сколько у него урона? Точнее, ХП. Мне кажется, проще с ними не драться вообще. Не, у меня нету клатушки, поэтому я вынужден с ними не драться. К сожалению своему, опять же. Блин, теневой воин. А вот это плохо, то, что ему мало досталось. Блин, я не переиграю его. Они намного сложнее стали почему-то резко вдруг. Не понимаю, зачем разработчики столько березок на передний экран поставили? Я бы по лицу такой дал, честно. Надеюсь, ему не так много хилок. Заметьте, насколько сильно стало не хватать дамага. Прям не беззаконие. А, я, наверное, возьму. Что Экскалибр всяко лучше моего. Вы гляньте, сколько защиты. Стоп, 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 показалось ли тут была еда? Видимо, это интерфейс ХПшки был. Маленький куст небольшой сделаем. Так, там король вервольвов. Сколько урона бьется? Мало, мало урона. Два парня, по-моему, мне помогал. Слушайте, знаете, наверное, я буду поменьше бить, но чаще. Так. Он нам сделал тень, луну заслонил. Но что нам это дает? Держан. Ну, блин, ладно. Я его, в принципе, помню, я не помню, как с ним драться. А, просто дверь открыл, красавчик, видимо, он за меня. Плюс напарник. Я уже врать не буду, давно легендарок не находил, туда я не могу запрыгнуть. Давайте хильнемся, пока не поздно. Я надеюсь, ты последний. Блин, 3500, это сколько с тобой лет драться, дружище? Никогда не убью. Да. Так, есть какие-нибудь у меня шансы против него? Особо, видимо, нет, ладно. Можно я сегодня буду бить, нет? Ну, просто так, по приколу хотя бы. И походу нет. И чтобы вы понимали, битва очень сильно осложняется тем, что персонаж просто не делает часть атак, которые я жму. Серьезно, просто не делает. Хилки кончились, ё-моё. Это займет какое-то время. Ну что за петушинство? Почему мне никогда не дают встать после удара? Не, без вариантов, надо пух меньше по дамагу брать. Стамины не хватает. Ну и да, вот этот стагер бесконечно тоже очень бесит. У меня не было управления над персонажем до тех пор, пока он мне по голове не дал. А, что мы можем сделать-то, чтобы лучше было?
Я сейчас нажал хилку, вы видели по инпутам моим? Он сейчас не бил. Он сейчас не бил. Ну, можно сегодня мне бить, а то я как бы понимаю, он быстро бьет, но я же тоже хочу драться. Ну все, это станок на века. Знаете, что забавно? Босс, который был предыдущим, он был намного легче, чем этот просто какой-то рядовой противник. Рядовой злой противник. Ну какого фига так сделано? Типа как бы это же дичь. Но не успеваю я эту атаку. Я увернулся. Не было атаки. Ну блин, я не убью его никогда в жизни. Ну вы серьезно, типа? Могу ли я скипнуть этого мудака? А вдруг я могу как-то заставить его взорвать? Попробуем давай. Не. Или да. Не, без вариантов. Тогда будем драться с ним. Ладно, сейчас, я думаю, еще попыток 15 получится. Максимально вблизи, это реально тупит сильно. Нужно пользоваться этим. Просто сотку одним прыжком, охерительно. Каев. Блин, пока что я не могу читать только атаки с руки. Остальное норм, более-менее. Лол, знаю одну кнопку, буду жать одну кнопку, говорит Киржан. И побеждает меня, просто насильственный. Погибелью сейчас у нас. Хочет победить. Четыре раза нажал ЛКМ, четыре, сука, раза. Ни разу не сработало. Почему ворота не было? Инпуты говна, почему вы не работаете? Сорян. Жопа горит, я не ору. Ой, я сделаю обзор на эту игру. Ой, я сделаю обзор на эту игру. Ой, я сделаю. Все скажу, что думаю. Управляю, кнопку перепутал. Да не ходи сюда, ходи, снег, голова попадет, совсем не живой будешь. Да, так это говорится. Ну лечись, ну я жму, сука! Ну кто писал инпуты к этой игре? Ну скажите, ну пожалуйста, ну... Он приходит домой с работы после тяжелого дня, такой, я хочу попить, да? Наливает, пытается налить воду, но не может налить, потому что инпутов нет у него, потому что кран не льет. Ой, какие дерьмо... Так, все, не горим. Просто интересно, сколько миллионов, миллиардов хп у меня должно быть, чтобы я мог нормально изнасиловать эту обезьяну. Блин, не вижу атаку с руки. Шансов у нас что-то не очень много против этого стула в Ержана. Реально закидать его? Ну слушайте, это достаточно профитно. Обычно он слышу и бьет еще так сюда. У Флоу второй так и не попал, прикиньте, повезло это как. Ержан, ты что меня щадишь? Ержан, что за управление говна? Стамина кончилась.
Просто кончилась стамина. Почему сейчас ворот не сделал? Потому что мудила. Я нажал. Вы жалко его воротов моих не видите, потому что я постоянно нажимаю, когда говорю, что нажимаю. Когда я честно повсираюсь, я говорю, я обосрался. Сейчас тоже нажимал, но кому какое дело? Что с хпшкой стало вдруг? Лечись, Джонни, мать твою. Я люблю игры сложные, которые честны ко мне, а не которые вот такое дерьмище создают. Сука, не было стамина, какого залупинца ты не высворачиваешься, а мудила. Я думаю, мы все с вами без слов понимаем. Он был в анимации переворота. Вот это самого переворота. И поэтому, вот когда вот этот даун делает вот такую херню, вот такую, он ничего не может, не ворачивается, ни хера не может. Сейчас он просто не бил. Просто не бил, говорит, братан. Хочешь, не буду бить. Все для тебя, дружище. Рассветы и туманы, моря и океаны, все как ты любишь. Трындец, как же не хватает стамины, как же не хватает стамины. Это просто жопа какая-то. Ну все, бесконечный стагер я поймал. Да выпей ты хилку, сука! Такое дерьмо, я прям не могу, ребят, серьезно. У меня жопа горит, ну серьезно. Но это невозможно, я солью этот трай. Это дичь. Это такая жопа, я просто рот его топтал. Не, я не знаю, я бы прям посмотрел разработчику в глаза и усмехнулся, ну потому что это дерьмо. То есть игра вообще не рассчитана, ни на какие минимальные экшоновые сцены, вы понимаете? А их тут дохерища, просто жопой жевать, блин. Трындец какой-то. Сейчас я просрал момент ворота, но мне засчитали. А сейчас я нормально вернулся, мне не засчитали. Может, это дерьмо, а не игра. Чтобы вы понимали, почему я выключился, у меня, ну серьезно, передача сгорела. Потому что я не знаю, я искренне не знаю, как это комментировать. Со своей стороны я все делаю честно, но как бы я не могу нормально проходить из-за управления. Где я не прав? Пните в меня, разработчики Нагамы. И эти постоянные вот эти, как эта херня называется, столбы, которые то появляются, то пропадают. Зачем это было делать? Зачем это было делать? Неужели, как бы, игра действительно великолепно оптимизирована, хорошо сделана? Игра сделана на коленке из говна и палок, блин, из кривых палок.
которыми тыкали в говно. И тем не менее, как бы, зачем эти... Да ё-моё, зачем? Зачем оно так делает, сука? Кто это при... То есть, я могу объяснить, почему я курсор держу рядом с персонажем? Потому что только... Ай, пошел в жопу. Потому что только так ты можешь быстро направление менять. Вот, а если так ты жмешь, тебе приходится вот такие штуки выписывать мышкой. Поэтому я держу рядом с персонажем. Вот, ну, сами видим, что происходит. Я близок к тому, что буду ругаться матом. Очень громко и очень недовольно. Сейчас я как бы просрал момент, да. Я нажимал ворот, но кому какое дело? Игра срать хотела. У меня еще ульта есть, в общем-то. Поэтому если я сейчас проношу ему хотя бы половинку хп, мы его просто натягиваем. Видимо, не в этот раз. Давай, давай, я все камни хочу по голове получить. Давай, давай, все камни. Это не победный трай. Когда слиться хочешь, он ни хера не может одамажить. Ни хера. Я бы на самом деле все хилки сейчас. Он не видит кулдаун перед хилками есть, иначе я это объяснить не могу. Давай по горбу, нормально. Я же нажал. Сейчас повезло то, что босс не засчитал по мне урон. 4 раза прожал ворот, нихера не увернулся. А, отличное управление, говна. А где урон-то, я что-то не пойму. Урон забыли нарисовать, да? Нажимаю Ctrl, прожимаю Ctrl, нихерища не прожимается. Нихерища не происходит. Но главное не обосраться. И не жадничать. Соси, блохастый. Что, дрын чемпиона дали? Нет, для прикола положили сюда. Сорян, ребят, но более дерьмового управления просто не придумать. Снова этот необычный портал. Возможно, мне кто-то помогает. Отойди, отойди, отойди. Кому это интересно? Ну серьезно, это такой... Типа, когда у тебя фантазия кончилась или что? Вот что это за уровень? Ладно, пердак. Перестань гореть, пожалуйста. 15 урона. Шутка какая-то. 95. КФ сюда. А, я все пухи выкинул. Ну, чемпион, чё? Это я, здорово, Влад зовут. Вы меня извините, но я прям перегорел на этой псине. Я реально перегорел. Просто перестал бить. Просто перестал бить, парень мой. Стамина то регенится быстро, то не регенится спустя полчаса. Мое почтение управлению. Не, надо успокоиться, все, расслабиться. Жалко, что чекпоинт охрененно далеко. Было сложно.
Игра что-то не хочет заканчиваться. Тебя уж пора бы. Могу ли я пройти туда? Где секрет? Ой, ну наконец-то, ребята. Ну давно не было хилок. Вот это спасибо. Раз это дали, значит жопа все скоро будет. Предполагаю я. Там, наверное, меня кто-то ждет. Так. Ага, явился, глупец. Впрочем, нам не помешают твои силы. Скипать нельзя. Где твоя королева, прислужник? Сначала докажи, что достоин встречи с ней. Так, прислужник. Псина ты, а не прислужник. Так, где у тебя сиськи не защищены? Пузика? Да, у него пузика не защищенная. Сейчас я ее надеру. Ах ты, сын профурсетки такой, а? Он не прав. Он нихера. Я жму у ворот! Ну вы слышите, я жму у ворот, он просто не работает, вы понимаете? Господи, как же у меня жопа горит от этой дерьмощной игры. Прошлая серия хорошо зашла, и это прям передачело сгорело. Смотри, блокирует. Я нажимал ворот. Ну, всем насрать. Впрочем, да. Теперь надо в голову бить этому дерьмищному. Да куда там бежишь, блин? Не пойму, он упал или что? Типа его бить можно или не можно? Я не понимаю. Да попустись, блин. Надо в голову бить. Ой, хорош. Сосать. Мог два раза быстрее все пройти. Ух, какая я сюда, иди. Приветствую, воин. Я пришел за кровью неназванного. Великий кристалл, к сожалению, у меня его нет. Ты врешь мне, нежить, я видел тебя там, в деревне. Я была за порталом, артефакт сейчас прямо перед моим появлением. Почему я должен тебе верить? А почему я не убила тебя до сих пор, смертный? Потому что я на твоей стороне. На моей стороне? Ты? Похоже, у тебя что-то с головой. Некроманты с давних времен охраняют этот мир от сил зла. Я ничего не помню. Твое имя Рой, ты один из Ордена Странников. Ордена, который так же, как и мы, борется со злом. Зачем же некроманты нападали на меня? Не все мои слуги способны видеть или чувствовать истинную суть. Посмотри на свою внешность, ты настоящий монстр. Где же артефакт? В деревне была бойня, там были демоны и силы хаоса. Артефакт стал столетиями, спал. Но кто-то снял защитное проклятие. Демоны и силы хаоса хотели похитить его. Мои слуги попытались остановить их, но было поздно. Мне кажется, она меня налюбливает. Я должен найти артефакт. Одному это будет непросто сделать, и я же в поисках артефакта. Я тоже, да. Если ты готов вернуть кровь неназванного, то знай, мы союзники. Союз королевы некромантов? Я готов принять это, но запомни, нежить, если ты обманешь меня и предашь меня, я вернусь сюда за тобой. Договорились, странник. И как бы такой небольшой подытаживающий. Че, реально наши ребята делали? Ну красавчики, слушай, офигеть. Так вот, что хотелось бы отметить.
Игра короткая, это хорошо, она не успевает надоесть. Очень понравилось то, что как бы в каждом, грубо говоря, скажем так, биоме новые противники свои, ну, более-менее уникальные. Вот, это хорошо. Постоянно как-то вот визуальный стиль менялся, не всегда он был приятный глазу, но он менялся. Потом, достаточно интересная схема с оружиями, не успевает надоесть. Ну, то есть, против одних одно оружие, против других другое. Прокачка сомнительно. Прикольно то, что можно запоминать комбинации, это прям восхитительно. Но, ну, камон, ну все это меркнет на фоне того, что ты не можешь нормально чувствовать персонажа и не можешь им управлять. Это настолько всирает весь экспириенс от игры, серьезно. Вот в прошлой серии у меня начало получаться, мне понравилось, честно, я с хорошими мыслями сажусь сегодня записать, типа, блин, ну клево, но начало получаться. Также, типа, уравновешенно все дела. Невозможно. Либо у тебя иногда мышка не кликает, либо иногда у ворота не засчитывается, либо ты просто не можешь завершить комбинацию. И хитбоксы кривые, но если ладно, с этим можно бороться, если бы было нормальное управление. Опять же, починить управление, чтобы этот персонаж не делал вот лево-право, не бесил постоянно. Все, ну а конфетка. Интересненько, ну серьезно, как бы затягивает. Не хотелось дропнуть. Даже, наверное, не сильно жалею то, что потраченное время было на игру потрачено. Так что как-то так, премного благодарю всех за просмотр, всех тех, кто был со мной, кто был не со мной, так что как-то так, счастья, здоровья, не болеем, чтобы все у всех всегда было хорошо. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться, это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.